Предлагаю вам сыграть в игру от программы «Вечер покажет». Ну, такая фирменная фишка. Мы задаем жителям Казани один простой вопрос. И попробуем проверить вашу интуицию. Ну, угадаете, не угадаете. На этот раз вопрос звучал так. Куда казанцы ездят отдыхать? Где предпочитают проводить свой отпуск? Как вы думаете, какой ответ стал популярным? Ну, у меня их два. Дача и Турция. Дача и Турция. А самый непопулярный ответ? Не могу предположить. Нет. У меня нет идей. Нет идей. Ну, результаты оказались такие. Сейчас мы скоро уже посмотрим, как отвечали жители. А на самом деле проговорили таким образом, что удивительно, но большинство горожан предпочитают отдыхать в России, а также на российских дачах и российских селах. Вот 5 человек, деревня-дача 3 человека, да. То есть мы понимаем, что Россия в лидерах. Да, на втором месте по популярности ответ Турция, далее Италия. Самым неожиданным стал ответ предпочитать путешествовать по земле. Мы просто... По всей земле, по всей земле, мы на самом просто деле позавидовали, по-доброму, по-хорошему. Но вот почему предпочитают отдыхать в России? Либо дорого, да, нет средств на поездку за рубеж. Вот мы сейчас посмотрим, как люди отвечали. В основном за границу, потому что там более оккультурено все, чем у нас в России. Вообще в Италию. Очень красивая страна, я люблю культуру Италии. Предпочитаю в Турцию, в Кемер. Почему? Ну, чтобы как-то расслабиться, разгрузиться от суеты. Ну, вот, получить удовольствие. Мы в деревню ездим. Почему? Там воздух хороший с ребенком. Мне безумно нравится ездить в Турцию, потому что мне очень нравится там природа, море само по себе. Я люблю ездить на дачу, там помидоры, огурцы. Обожаю огород. Теплые края, потому что в Казани холодно сейчас. Не знаю, еще в отпуске ни разу не был. Вот так, наверное, Турция, Египет, все популярные страны. А почему? Ну, дешевизна и цена-качество, скорее всего, так. Я езжу обычно в России, по России езжу, на Урал к родственникам. Ну, мне там нравится, очень красиво там. За границу, потому что там все-таки лучше, чем здесь. К себе, в деревню, на дачу. Свежий воздух, хорошо, все свое, друзьям. Я предпочитаю ездить в отпуск к своим детям на Урал, в гости. Там хорошо, мне там нравится, природа хорошая, и прекрасно там, мне нравится быть на Урале. Я предпочитаю ездить в отпуск туда, где интересно. Интересные места бывают по всей земле. И как получается, куда захочется, да и езжу обычно. Чаще всего бывает за границей. Но по России надо тоже поездить, потому что у нас очень огромное количество прекраснейших мест. В Италию, потому что я считаю, что это очень красивый и город, и у него очень потрясная архитектура. К детям. А куда? В Иркутске они у меня живут. Очень далеко. В отпуске я предпочитаю отдыхать на юг, ездить, потому что там уже смена обстановки получается, смена климата, и как-то там можно подальше от людей уехать. Есть же курортные городки, я предпочитаю туда не ездить, есть такие кемпинги, автокемпинги. Там уже близко к морю, от людей оторвешься, от всего, от всей суеты городской. Вот, я это предпочитаю, такой типа отдыха. Мы по России. Мы больше сейчас уже в последнее время в санатории ездим, наши российские. Заодно подлечимся, на природе погулять можно. Ну, скорее всего, за границу, и, как правило, это Западная Европа. Потому что я люблю активный отдых, а не просто лежать на пляже и загорать. В России, как правило, получается дороже, и нет таких мест, которые бы я хотела посмотреть. Ну, я могу как? Прокомментировать, да? Ну, во-первых, очень приятно, что люди ездят по России, и надо сказать, что надо понимать, что те, кто ездят в Турцию, они ездят за морем. Понятно, что Казань не может предложить море, было бы шикарно, конечно, если бы у нас еще ко всему прочему было и море, но мы предлагаем культурно-познавательный туризм, мы предлагаем не морской отдых, не пляжный отдых, мы предлагаем культурно-познавательный туризм. Конечно же, в России есть куда съездить, замечательные места, и Казань – это, ну, сейчас одна, конечно, из жемчужин туристического рынка нашей страны, поэтому сюда с удовольствием едут. И мы привыкшие, мы видим все это изнутри. Мы даже где-то не осознаем, в каком городе мы живем. Потому что я вижу даже по своим коллегам, которые приезжают, которые очень много видели и за рубежом, и в России, приезжая сюда, ни один человек не уезжает разочарованный. Все только в превосходном
ракурсе говорят о Казани. Замечательный, на самом деле, город, конечно, стал и как столица, но и за пределами Казани у нас есть великолепные места, которые тоже очень нравятся, и люди с удовольствием сюда едут.